О контроле за операторами связи сегодня говорили на Координационном совете дальневосточных отделений Роскомнадзора. В числе основных задач совета – подготовка рекомендаций по применению законодательства, улучшению взаимодействия между территориальными органами и региональными властями. В числе основных вопросов участники обсудили контроль операторов связи, а именно ограничение доступа к интернет-ресурсам, запрещенной на территории страны информации, реализацию контрольно-надзорных полномочий и взаимодействия при мониторинге СМИ. Одним из направлений надзорной деятельности является надзор в сфере массовой коммуникации. За истекший период 2016 года на территории округа проведено 659 плановых и внеплановых мероприятий по контролю и надзору в сфере массовой коммуникации. В 44% мероприятий специалистами радиочастотной службы проводилась оценка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации. По итогам надзорных мероприятий было выявлено 718 нарушений обязательных требований. Нарушения были выявлены на основе результатов, проведенных специалистами радиочастотной службы, оценки соблюдения требований законодательства Российской Федерации.